Готовлю максимально простую кабачковую икру. Полкилограмма лука нарезаю полуколечками. Полкилограмма моркови тоже нарезаю полуколечками. В кастрюлю с толстым дном наливаю растительное масло и отправляю на обжарку лук и морковь. Они должны обжариться до полупрозрачности лука и уменьшиться в объеме. За это время ошпариваю помидоры, снимаю с них кожицу и нарезаю небольшими кусочками. К обжаренным луку и моркови добавляю помидоры. Их тоже обжариваю примерно 10 минут. 2 килограмма очищенных от кожицы и семечек кабачков нарезаю небольшими кусочками и отправляю все к зажарке. Хорошенько перемешиваю, закрываю крышкой и с момента закипания томлю 30 минут, пока овощи хорошенько не пропарятся. Далее к овощам добавляю 4 столовые ложки сахара, 1,5 столовые ложки соли, 2 столовые ложки уксуса и 1 чайную ложку черного молотого перца. Лучше всего мелкой фракции, не так как у меня, а крупной. Овощи привожу в состояние пюре. Икру варю еще 30 минут под неплотно закрытой крышкой. Крышку закрываю не полностью для максимального испарения влаги. Вместо крышки можно воспользоваться жироуловителем от брызг. Готовую икру раскладываю в сухие стерильные банки. Закрываю, проверяю на герметичность и ставлю вниз головой до полного остывания. Из данного количества продуктов получается 2,5 литра икры и еще немножко, чтобы попробовать.